Больше 600 компаний со всей России и зарубежья. Конкурс «Профессиональное призвание» для агентов по недвижимости все равно, что «Оскар» для кинематографистов. Важнее и быть не может. В нем участвуют акулы бизнеса и начинающие компании. Всего 25 номинаций. Но главное – лучшая брокерская компания на рынке продаж жилья. И в этом году приз достался владимирцам. Конкурс проходил в закрытом режиме, то есть все конкурсанты представляли анкеты со своими данными и показателями, и жюри в закрытом формате подводило итоги. В нашей номинации было достаточно большое количество участников. В финал вышли 3 компании. Это агентство недвижимости «Владис», федеральная группа компаний «Этажи», город Тюмень, и компания «Новосел» и «Екатеринбург». Финалисты из других городов – гиганты бизнеса. Опыт работы и у той, и у другой компании – десятки лет. Их офисы находятся в разных городах по всей стране. Но агентство недвижимости «Владис» обошло именитые фирмы. Победителя, по словам конкурсантов, жюри выбирало очень внимательно. Критерий достаточно много. То есть конкурс проходил в рамках анкетирования. Мы заполняли анкеты, прикладывали все подтверждающие документы. Это очень большой объем информации. И по количеству сотрудников и офисов, объемы сделок, партнеры, с которыми мы работаем. Агенты говорят, это победа не только компании, но и всей Владимирской области на федеральном уровне. Компания шла к этому моменту 10 лет и теперь готова даже делиться опытом. Во многом, уверены специалисты, награды добились благодаря практике. Мы рассказывали о том, как мы работаем во Владимире и чего добился наш отдел разработки, управления персоналом и отдел программирования. Мы, в отличие от многих других, показали реальные примеры бизнес-процессов, которые у нас сейчас работают, показали, в каких системах мы работаем и какой уровень развития этих систем. Мы на данный момент уже ориентируемся не на уровень владимирского рынка, а на лучшие мировые практики. Алексей Дудин, Валерия Саенко, Евгений Токарев, 6 канал.